Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем Hitman 3. Хочу напомнить, что копировать не надо, идти по штампу или, как сказать, посмотреть, как надо проходить. Не надо. Каждый идет своим путем. Давайте, у нас миссия смерть родственника на этот раз. Конец пути. Ну, давай. Почему не надо штамповать? Потому что неинтересно. Посмотрите, переписать это не то. Она вернулась домой. Карлайл. Так, когда ты на дне, сразу вспоминаешь о том, что дороже всего. Конечно. Что ж, конец пути близок. Ты готов? А ты? Кем ты станешь, когда будет никому некому мстить? Мне вполне хватит звания самого опасного беглого преступника. Давай, смотрим. Алекса Карлайл скончалась. Так гласит приглашение на ее похороны. Разумеется, все были шокированы, когда покойная глава семьи объявилась. Очень даже живой. Зная, что дни ее сочтены, Карла вернулась из могилы, чтобы завершить дела и сохранить наследие семьи. Она изверг. Карл – потомок древнего рода военной знати. Ее прадед нажил кучу денег во время Второй опиумной войны и создал империю, владеющую грузовыми компаниями, железными дорогами и газетами. Семья почти неизвестна. Да хрен там, контролирует международные, ага, прессу и технологию. Короче, везде постарел, везде поспел. Холоднее льда, крепче камня. Кстати, именно ее покойный отец впервые собрал в этом доме все три семьи по окончании Второй мировой. То есть, господа, именно здесь возник Провиденс. Ну, вот здесь вот конец и положим. Где возник, там и закончится. Очень символично. И еще кое-что. По нашим данным, у Карла есть досье на Константу. Эти сведения помогут нам снова поймать его. Не покидай поместье без этих бумаг. Что ж, 47-й, удачной охоты. И до скорой встречи. Ну давай, поохотимся. Начать. Так, важные события и ликвидации цели отображаются с помощью картинки. Понятно. Найти досье. Хорошо. Будем искать. Скорее всего, оно спрятано где-то. Ну давайте, поманьячим. В доме у бабушки. У бабушки! Бабушка! Поместье Торнберг, хрен знает. Многие поколения семьи Карл жила здесь. Воскресшая Алекса Карл и трое ее взрослых детей, младший брат Закири, а также внуки невестки приехали сюда, чтобы инсценировать похороны Карлайл. Любопытно, что сегодня утром после приезда в Торнбридж Карл вызвала из Лондона известного частного сыщика, но цель его визита не ясна. Цель знает, что вы объявились и находитесь под очень надежной охраной. Поэтому мистер Грей захватит полевой штаб охраны и будет прослушивать все звонки из поместья. Все их мобилы и помощь останутся без внимания. Ага, удачи, господа. Хорошо, давайте посмотрим, что у меня есть. У меня много чего есть, понятно. Так, смерть родственника. Ну какой мотоцикл-то у меня мощно клёвый. Клёвый и мощный. Давай, расхаживайся. Блин. Так, садовники. Так, открывается сюжетное задание. Феникс, так. У меня назначена встреча с мадам. Мистер Уитмер пришел к мадам Карлу.
Проходите. Так, знаменитый частный детектив. Мадам Каз наняла его сегодня утром. Интересно, что он тут делает. 47-й, почему тебе не взять расследование в свои руки? Мотив, средства и возможность. Так, в поместье так, прибыл знаменитый частный детектив, нанятый Алексей Карл. Если займешь его место, то, скорее всего, сможешь подобраться к самой мадам Карлайл. Блин, давай. Так. И мне нужна удавка. Блин, не получится. Блин, близкий. Блин, а как? Мистер Уитмер, thank God you're here. Can I take you to Madame Carlyle? Please do. If you'd follow me. Так, следуйте за мной, да? I know I oughtn't say anything, but I'm so relieved you're here. Everything's just so strange. Preparing for Madame's funeral. Ой, блин, ну как ты не вовремя? Ладно, потом мы тебя тогда. Тогда переделаем, подожди. Вот так. Будем искать. Ну вот. Кроме так. Пойдем в кусты. Так. Ага. А что ты не переодеваешься? Пойдем. Смотрите, не переодевается. Ой. А чё ты, чё ты? Мы с Тамарой ходим парой. Ну-ка, давайте-ка. Ну да. Ой, скрылся называется. А у меня что-то есть? Блин. Вот он. Совсем один. Ну и что тут есть у вас?
А, блин. Загрузить, блин, я так надеялся. Так надеялся, что прокатит его утащить в кусты. А меня спалили. Патронов-то маловато. А, вот он почему спалил. Давай. На. Да тихо. Блин, нифига не так, подожди. Там вообще можно... Так, его не трогаем тогда. Блин, блинский. Зачем мы его трогаем тогда? Не трогаем. Без него обойдемся. Тем более, вон сколько еще всяких людишек ходит. Надо осмотреть окрестности это. Тем более у меня инструментов нет. А как без них быть-то? Так. Давай, давай, сюда, сюда. That's right. Keep your hands where I can see them. Oh, no. Oh, no. Help me. Ага. Стой, стой, стой. Что, тут тоже пойдет? А, вон оно что, Михалыч. Сейчас возьмем. Сад, это топорик, вон, вижу топорик, там еще что-то вон. Труба какая-то. Ага, это не труба. Тихо, тихо, тихо. Вот оно какое наше лето. Наше лето солнышком прогрето. Что такое? Чек на ремонт сейфа. Чек на ремонт сейфа в кабинете. Так, в этом сейфе может храниться досье. Офис. I bet that's where she keeps the file on Arthur Edwards.
Так. Так. Пошли, пошли, пошли. Вот сюда тебя. Так. Ага, топор никуда не деть. Ну-ка. Someone will have to bag this corpse. Please don't. На. На. Can anyone please help me? I need help. Так. Much appreciated. Поиск. А он не нужен, поиск, скажет. We don't have any extra fuses. Ethel looked everywhere. Oh, you've got to be kidding me. Так. No power, no portrait. Oh, Madame Carlyle will be furious. Так, что это такое? Фотография на память, мадам. Так, хочет сделать семейное фото. Уверена, если ты найдешь недостающий предохранитель, фото выйдет по-настоящему памятным. Ага, вот я понял даже как. Так, замаскируйтесь под фотографа. Так, отлично, когда закончу с оборудованием. Так, основные предметы я взял. Так, а это что за такое? Ага, слиться с окружением, конечно же. Так, минутку. На. А куда мне его спрятать? Подождите. Здесь, надеюсь, никто ходить не будет. О, вот сюда. Все, так, спрятали. Подождите, сейчас. Создать утечку воды. Минутку. Так.
Ну, вроде... Все хорошо. Так. Маскировка готова. Ой, это не из этой игры. Найдите предохранитель. Сейчас найдем. Подождите. Опа. Давай. Вот сюда. Вы, кажется, очень независимы и самодостаточны. Конечно. Ага, отсутствует лом. Так. Не знаю, зачем это, но пусть будет. Двигаем сюда. On top of everything, Rosie thinks she's in love with young Patrick. I mean, that's a breaking heart happening if I ever saw one. Poor thing. And that detective asked to come here. Madam Carlyle must believe Zachary was murdered. Взять. Ask him to snoop around. Who are you? Hey, you. This guy has a serious. Эй, я всего лишь ключ для персонала взял. Вот так, не занимайтесь ерундой. Иди ищи преступников лучше. Опа. Так. Выключите питание, фото вспышек. Так, выполни план на пару месяцев. Так. Сейчас мы все сделаем. Ну. Oh, sounds like the power's back up. Why don't you take a picture to test it? Опа. Все. Так. Минутку. Так. Пойдем, пойдем. Я знаю, где никто не ходит. Так. Устраните. Так мне зачем горничную-то надо было фотографировать-то? Подождите, подождите. Загрузить. Вот это надо подтвердить. These are extraordinary times. Вот если ее сфотографировать, а потом уже все сделать. Починить. Вот мы починили. Нам же не ее надо это прикончить-то. Все. Все работает, можно приступать к съемке. Давай. Вот теперь заново все делаем. Приводим все в порядок. Ставим предохранитель. Все осталось.
Только так, чтобы для семейного фото позировала. Это прямо перед фонтаном. Где ты? Вон она идет. Твоя бабушка устраивает потрясающее шоу. Привет, доброго дня. Почините, ага, сейчас починю я. Давайте. Ты всегда стойко перед... Как у тебя это получается? Я моложе всех. Ой, что-то лежит. Ты идешь там? Это понять не могу. Где ты? Она не идет почему-то. Подождите, давайте еще немножко подождем. Все собрались. Кроме нее. И потом еще досье надо будет найти. А, вот она. Долго идете, гражданочка? Ну смотрите, я по сюжету ничего-то сделал. Надо было еще по детективной сделать, тоже можно. Только где его там ловить? Right ahead, прошу вас сюда. Не теряйте времени, даже у меня много дел. Сделаю все возможное. Так, неофициальный лидер партнеров Провиденса. Кстати, остальные партнеры уже мертвы. Так, слушайте все. Я понимаю, что у вас полно вопросов. Прошу вас, проявите терпение. Я объясню вам все в гостиной после съемки. Ладно, все по местам, давайте побыстрее закончим. Давай, давай, я уже сколько могу стоять ждать тебя. Ох, здесь лужа. Так, давайте просто побыстрее сфотографируемся и все. Садись. Пись. Выше нос, Эдвард. Ты своей кислотности сделан. Так, какой же ты придурок, Грегори. В порядке, ты на себя посмотри. Смотрите так. На, красиво, да? И только она так. Данные сюжетные линии обновлены. Так. Фотография на память. Да. Теперь нужно получить... Ага, вот он, детектив. Нет, в него бы переодеться. Так, подождите. На. А кто заметил? I suggest you go talk to the butler. Someone, please. I need help. А, вон она. Подождите. Сейчас мы это исправим. На. If you're dressed like a detective 47, you might as well act the detective. I suggest you go talk to the butler. Избавились от тела. Все. Пусть фотографа ищет. Нам надо. Найти сейчас сейф. А вот только где его найти?
Так. Можно, конечно, весь дом передавить. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, отравить. Не то. Тоже не то отравить. Даже не знаю, ну давайте посмотрим. Что, ну любопытно. Что мне теперь? Сейф. Сейф должен быть где? В кабинете, правильно? Так. Что это такое? Коробка для сигар. Не смертельный ближний бой. Блин, да куда тут идти-то? Кто так строит? Так. Блин, вот тут. Так. Stroking the door to Alexa's office. I kid you not. She can't wait to get her hands. Где еще что есть? But he was such a gentleman. He gave me his coat and all. Rosie, you need to forget about Patrick. No good's gonna come of it. Stick to your own time. Вместе с едой хранят. Like Chris, he treated me like shit. All he wanted to do was play stupid video games. Never any romance. Ну давай. This thing looks really old. Пойдем. Вот так. Куда? На второй этаж? Давайте. Господи, нифига себе домик-то. Что тут есть? I think Patrick is giving you a really hard time. You deserve better than that, Lawrence. Not so bad anymore. Used to be much worse. Что тут? Выход на второй этаж. Вот так. Так. Что тут есть? Да до хрена чего тут есть? На. Так, взять. И спрятать тело. Какой-то ключ взяли, подождите. Ключ от кабинета мистера Фрэнсиба. That's
Так, еще что-то. Жетон мистера Фрэнс. Жетон хранилища лондонского филиала банка Мульти. Принадлежат дворецкому мистеру так. Два таких жетона дают их владельцу доступ к депозитной ячейке в банке. Скорее всего, в этой ячейке хранится досье. Если придешь в банк с двумя такими без лишних вопросов, тебя пустят в хранилище. Давай, интересно, у кого же второй жетон? Интересно, интересно. Hello, sir. Привет. Привет. Да. Ни хрена себе домик. Я не завидую, просто мне... Так, и избавиться. Просто мне бедность в глаз попала. Идем, идем. Так, ванная. Отпереть. Подождите. Ну-ка. Давай, 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 двигай. Осталось немножко. У кого второй жетон-то может быть? Ну так-то, да, здорово, можно вот погони-то уйти. Залез. Так. Это что? Брелок со связки ключей от оранжереи. Так, избавиться от оружия нет. Письмо от матери Эммы. Письмо от матери Эммы найдено в комнате, где остановилась Эмма. Из письма следует, что отец Эммы был спокойным. Он, так, Карл, старший брат. И Закари, мать Энигмы, так, утверждает, что именно Алекса и Закари убили. Так, очевидно, они не подозревали, что мать, ага, уже давно от Монген, матери, дочь Санта-Барбу возвели здесь. Так. But this family seemed to outdo most. В этом превзошла всех. Так. Теперь берем. Ой, чуть туда не скинул. Так, сюда открываем. Ой, сам себя напугался немножко. Значит, оранжерея. Ну, пойдем посмотрим. Что тут осталось? Библиотека.
А где твой кабинет? Давай. Опа. Что мы видим? Эрон Форд. Да. Во. Вот так это делается. Yes, I'll hold. What are you doing here? Yes, this is a restricted area. Блин. Загружаем. Не получится у нас сейчас его задавить. Он сейчас развернется. Следующий раз придется его давить сейчас, когда отойдет снова. О. Что мы там нашли? Так. Ноутбук в режиме. Так, найдены в ее спальне, судя по записям, так, около Ребекка уже несколько часов участвует в телеконференции. Да. Давай, подождем. Где ты? Ну. Иди давай. И вот так. Пойдем. Сюда, нам сюда, сюда. Так, сначала вот так. Все, замаскировались. Что на этом компьютере? Давай. Это только подтверждает о том, что так украла мадам. Документы найдены на ноутбуке юриста. Судя по этим документам, Алекс Карл потеряла контроль над всеми активами, включая поместье Торнбридж. Давай, берем. Сюда. Так, здесь что у нас? Понятненько. Зайдем в кабинет. А, нет, это не кабинет, опять же. Так.
Так, это что? Предсмертная записка Закари. Предсмертная записка, найденная в спальне Закари. Карла, она гласит следующее. Ужасные ошибки прошлого и их последствия неотступно преследуют меня. Только Алекс держала меня на плаву. Без нее я не выживу. Прощайте. Внизу стоит подпись Закари. Столько ноутов, блин. Ноутбук Закари, ноутбук найден в спальне Закари. Судя по истории базы, вчера вечером Закари сказала себе новые сапоги. Новые сапоги. Ну и чё, что новые сапоги? Так. Так. Вот сюда можно посмотреть. Все, лестница готова. Господи, там еще выше есть. Ну давай. Вот тут у нас. Ух ты, можно наблюдать. Пойдем выше. Ой. То ли вас всех поуничтожать. Sorry, sir, can't let you through here. Not happening. What? You there? Так. Пока никто не видит. Так. Ну, пока вроде все неплохо идет. Только темно, правда, тут. Так. Так. Кто еще? Нет, подожди. Верни нож. Ну или хотя бы так. Так, это что? Письмо Ребекки Карл. Не отправленное письмо от Олег. Ксы Карл и ее дочери Ребекки. В письме содержится инструкция о том, что делать в случае смерти с двумя жетонами, принадлежащими Ребекке, дворецкому мистеру. Так, два таких жетона дают их владельцу доступ к депозитной ячейке в Лондоне филиале. Так, скорее всего, в этой ячейке хранится досье. Так, а где, значит, Ребекки? Ага. Так. Ножницы неплохо. На. Вот так. Hello, the
Приветствую, это Кассандра Кокс, бывшая жена Эдварда. Я понятия не имею, что происходит тут, но Эдвард опять не в себе. Кажется, он решил, что Алекса воскресла, и теперь он должен написать ей надгробную речь на фальшивых похоронах. Запрет на приближение все еще действует, так что если вы... Пожалуйста, приведите Эдварда в чувство. В противном случае мне придется привлечь к этому полицию. Отравить. Что тут есть? Так. На крышу-то не надо будет лезть там, надеюсь. Тут у нас ничего нету такого. В ванной мы тоже уже побыли. Вот гардеробная, правда, еще можно. Ну и тут вроде как, вау. А, так мы посюда зашли. Так, загадочный переключатель. Предмет отсутствует. Включить радио. Ладно. Так, где тут дверь? Вау, еще выше. Так. Что есть? Gotta dig this place. Ancestral graveyard, trophy room. Фамильное кладбище, да еще и потайной сейф с механизмом, спрятанный за портретом. В этом что-то есть, что в первый раз. Так, сейф за картиной. По словам телохранителя, в кабинете Алекса и Карла за одной из картин есть спрятанный сейф. Может, стоит поискать механизм, который сдвигает картину и позволяет добраться до сейфа? Так. Блин. Сейчас по-другому маленько сделаем. Да сейчас, ага. Вот так. Преступление замечено, не замечено. Вообще всех перебью здесь. Орел. Где-то что-то сработало. Это что, кабинет? Открыть. Что еще тут имеется? Блин. Куда? Кнопку уже нажали. Где-то что-то сыграло, что-то отъехало или что? О!
Подождите-ка. Вот. Над сейфом видны какие-то странные значки. Может, это своего рода код? Пожалуй, тебе стоит тут осмотреться, 47-й. Ну-ка дай-ка хоть взгляну на значки-то. А, часы, телескоп, огонь, лось. Часы, телескоп, огонь и лось. Так. 6. Так. 6. Где остальное-то? Так. Ну, предположим, 2. А, вот, 9. 9. Ну-ка. Где часы? Не вижу ничего такого. Семь, шесть, девять, семь. Шесть, девять, семь. Так. Ну. Может быть, 3, 6, 9, 7, 3. Пойдем. 6, 9, 7, 3. Шесть, девять, семь, три. Так. Ага, неправильно. Так, еще раз смотрим. Часы, так. 9, 3. Блин, а что тут такого-то есть у них? Они сами по времени, по идее, уже. Но тут 7, там 9, где-то лось. Может, как-то я не так смотрю.
Да, нет. 4973. Как-то надо посмотреть, может, под другим углом. Нет, там нету точно. Не то, не то, не то. 4-9. Так. Чего 4-то? А, ну потому что 6 не прошло. 4. 9, 7, 3. Четыре, девять, семь, три. Нет. Блин, да где тут? Что-то не то я делаю. Так, давайте-ка заново посмотрим. 4, 4, 9, 6, 3. Нет. Почему 4? Ой. Выйти надо отсюда. Так. Первое, ну, 6. Ну, часовая стрелка, 6. Никак не минутная, там главное это. 6. Она само время. Потом у нас идет телескоп, 9. Там 9. Потом у нас идет костер и лось. Ну, костер 7. Лось. Что-то я... Сколько вот лось будет? Где ты? Четыре, девять. Так. 4. А, подождите-ка, подождите, а если оно идет тогда между вот здесь и здесь, лось должен валяться, лося нет, подождите, идем же против часовой. 6, 9, 6, здесь лось, если здесь пропускаем лося, что ли. Ну-ка еще разок. Ну, лось. Ой, да как ты, блин. 4, 9, 2, 6, 9, 6, 9, 6, 9. Может, где-то подсказка тут есть. Да, 4, 9. Мне надо. Нет, нет, нет. Ну, будем пробовать. Да. Четыре,
9. А может поменять? Нет. Так. 4, 9. Нет. Так. Какой еще может быть? Как назад, давай вперед, нет цифры. А может, ну-ка. Куда иди? Так, где у нас лоси? Раз, лось. Что у нас еще здесь есть? Будем сейчас все смотреть. Да, рога, рога, рога. Куда? Блин. Ну-ка, ну-ка. Не видно ни хрена. Нет, все там должно быть. Не может такого быть. Маскироваться. Ну давай, что у нас тут? Блин. Блин, блинский. Давайте. 4, 9, 7, 1. Нет. 4, 9, 1, 7. Нет. 4, 9, 7. 2. Нет. 4, 9, 2, 7. 4, 9, 7, 4. Ну как бы. 4, 9, 7, 4. Так, 4. Ой, ёж. Так, а может как-то в другом порядке? Так, 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 так. Блин. Как тебя? Так, все-таки я, знаете, что думаю? Я думаю, идите-ка вы нахрен со своим сейфом. Пойду-ка я вторую монетку доставлю, как помнится. А помнится, что там у бабы вторая половина монетки, у дочери, как я понимаю. И в каком-то банке потом можно будет получить это все дело. А, хотя подождите, единственное еще, что можно посмотреть, подождите. На всякий случай, мало ли. Да где ж ты, твою мать-то? Грёбаный лось. Нет. Всё-таки... Ой. Где лестница?
Так. Давайте сохранюсь. А, смотрите, кстати, тут можно сделать много разных миссий. Какие-то сломанные рога, не сломанные рога. Что-то собрать. Как я помню, оно... О. Во всех собираю там. Ой, кабинет. А я здесь был. Да, я здесь был. Собирать какую-то херню. Еще что-то такое делать. Так. Ну-ка, ты у меня что-нибудь покажешь? Где-то у меня падла. Ну-ка. Вот, смотрите. Тело просканировано. Но мы... Нам без разницы, что оно просканировано. Я же говорю, мы ищем бабенку эту. Так, это второй этаж. А это ручка. Второй этаж. Где она? Так, ее здесь нету, да? Ой. Посмотрите, как. Вот, давайте спустимся. Кстати, у нас еще что-то в оранжерее есть. О, господи, я еще с пистолетом хожу наголо. Здорово с пистолетом-то наголо ходить. Да, это точно не то. Вот, вот это вот может быть. Я тебе дам, сэр, сейчас. У меня, знаешь, что есть? Ну давай, ладно, я тебе сделаю, жизнь подарю. Ага, подождите, стоять, нет. Ни хрена себе, меня заметили. Подождите, нет, нет, нет. Так, мне надо куда, на первый этаж? Подождите, я сориентируюсь, где спуститься можно. Ни хрена не понимаю. Так. Кто там? Ну, газету давайте возьмем, мало ли. I think Patrick is giving you a really hard time. You deserve better than that, Lawrence. Подождите. Token to man of Carlisle's daughter. Rebecca? Oi. Yes. She's insisting that one. Who had the other one? Why gave it to her? Phil, did you find out if the vote was notarized? Голос заверен нотариусом. Подождите, подождите, подождите. Сохранил. Did that happen? Nope. We all signed it. I gave it to him in person. He says he got it notarized the very same day. Стой! Блин, блински. Минутку. Давайте.
На меня внимание не обращайте. Я ем кабачковую икру. Это очень даже вкусно. Да. Вот такая у меня есть рыба-кабачок. Ну-ка. Есть у меня одна штука вот такая. Нет. Вот она. Давай. Все. Блин, ты туда пошла? Давай посмотрим. Мамы больше нет. Так, братья, поднять твой зад. Так. Не знаю, что происходит. Давай, я во всем разберусь. Мама, вот, значит, дочь. Правильно, у нее уже дочь. Правильно, я все-таки думал все это. Ребекка. Стоп. О. Подожди. Так. Mission complete. Посмотреть ключ от спальни Ребекки. Но нам он уже не нужен. Подождите, дайте-ка я вот этот дробовичок сброшу. Вроде все сделано уже. Костюмчик у меня хороший. Ай-яй-яй-яй-яй. Давайте сейчас ведем к выходу. Вот как-то так. Ну, можно было, конечно, этих не убивать, но... Моя маньячная натура не дает это нормально сделать. Давайте, идет поиск. Я уверен, там куча народу сейчас. Проходим. Интересно, через лужу я пройду, нет? Я уж не помню, я проходил через лужу, ага. Два раза. Опа. Я свой мотоцикл-то не брошу. Подождите. Ладно, сейчас загружусь, подождите. Но все равно, вот такая вот у меня, да, такая вот моя натура. Подтвердить загрузку. Их, оказывается, даже тут четверо. Давай. 47. Они повсюду. Беги отсюда. Ты меня что, блин, пугаешь-то? Итак, у нас есть две монеты. Это не копия, это оригинал будет даже. Все, уходим. Давайте, поехали. Так, миссия была пройдена в автономном режиме. Неважно. Ты ничего ему не должен. Я никому ничего не должен. Второй Симо, не отвечай, просто слушай. Диана тебе не поможет. Найди Оливию. Она знает, что делать.
Жаль, времени не осталось. Да, жаль, действительно. Что? Что, где? Чего? Что за паника? Я не оставили, не оставили никого. Благодарю, мисс Браун. Так, теперь моя очередь. Ну? Чего, тебя подстрелили, что ли? Кто? Тебя предали? Опять предательство? Сдавайся. Ты нужен боссу живым. Да ну? А теперь? Сюда! Прикрой меня! Кикадо. Кикадо. Уходи! Иначе что? Ты нас всех порешишь? Ага, а вот он я. Нет. Скажи Константе, пусть драпает. Ага. Думаете, вы победили? 47-й на свободе, 47-й не упускает цель. Равно как и вы, мисс Браун. Именно этим вы и ценны. Вы рехнулись. Думаете, я предам 47-го? Поверьте, вы ему ничего не должны. Что это? Я сказал, что мы можем помочь друг другу, и это правда. Буду ждать вашего звонка. Контракт 47 на убийство кого? Блин, не посмотрел, как, кого убийство. Грей погиб. Поезжай в Берлин и спрячься. Остались только мы с тобой. Ну что ж, на этой печальной ноте мы завершаем нашу миссию. Так мы сейфы не открыли. Можно посмотреть, конечно, код и в интернете. Но я думаю, я был где-то близок. Близок был. Просто я не нашел некоторые цифры. Ну что ж, пока. И увидимся в следующем видео. Пока.